Всем привет! Привет! Вы на канале Стрицы в теле, Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе худеем. Мы уже искупались, видите, с моря идем. Мы просто увидели море и быстро побежали нырять, потому что опять волны. Потому что такой ветер, такие шикарные волны, как будто шторм начинается. Мы не удержались и побежали сразу купаться. Да, а потом думаем, шторм никуда не денется, мы поснимать его еще успеем. Угу. Как у тебя прошло? Водичка, кстати, тепленькая, хоть и ветер сильный. Да, я вижу.
девочки, на завтрак. Вот я только пожарился овсяный блин, пока он горяченький, буду быстро делать сейчас начинку. Немножко туда добавлю сливочного масла, совсем капельку. Сыра сулугуни, наверное, грамм 10, может 15. 1/3 вот этого огромного банана. И чуть-чуть персика, может половинку. Сейчас я вам все покажу, вначале взвешу и все покажу. Вот, девочки, какой замечательный, красивый завтрак получился. Так что мне тут 120 грамм банана, персик, 15 грамм я сыра добавила и немного сливочного масла. Кушать буду отбивные из куриной грудки в кляре из яиц. Салат огурцы, помидоры, зелень, оливковое масло и немножко соли. Немного мы уже похудели, по 20 килограммов сбросили, немножечко там в плюсик. Продолжаем худеть, еще да. Будем очень долго худеть, но я это точно, потом будем поддерживать вес. Просто многие спрашивают, что будете вы дальше на канале показывать. Ну вот это все и будем показывать. Будем, девочки. Продолжать худеть и улучшать свой внешний вид можно бесконечно. Конечно. Ну, особенно вот это потом подтягивание всего, что обвиснет. Да, а что не обвиснет, если мы будем подтягивать. Есть очень много каналов, где просто было обычное тело, они делают его, скульптурируют. Будем его что-то делать, ваять. Да, будем наши салки скульптурировать, да. Я сегодня как раз выспалась, весь он какая заплывшаяся, да? Я всю ночь как убитая спала. Поэтому заплывшая? Да, да. А бывает, слюня текла, знаешь, так. Всегда, когда хорошо поспишь, бывает, что это под глазами потом все оттечет. Да. Так что давай поедем. Да. Вот, а ты как спала? Выспалась наконец? Ну, я несколько раз просыпалась. У нас по соседству, но может входит в кадр иногда. Там такой двухэтажный номера для отдыхающих. Я уже говорила, там люди живут, с севера приезжают. Они спят летом в домике, там у них отдельный большой дом. А вот эти четыре номера, ну вот эти два этажа, это все у них под гостиницу, под мини-гостиницу. И там сейчас уже все-таки приехали, позаселились два номера. И вот ей заселились родственники, видимо, между собой. Это по ночи поняла. Короче, вчера весь вечер у них пахло шашлыками, они веселились, гуляли, музыку подпевали уже после 11. В общем, веселуха, да? Они уже начали петь это Аллегрову. Свадебные цветы. То угонщица, то императрица, то угонщицу. Вот. И я так поняла, а потом начали две женщины очень громко орать на весь двор. И, судя по крикам, была как мини-драка. И, как я поняла, потому что они так орали, да мой сын зря на тебе женился. Ну, походу дело, невестка вместе со свекровью. Там так ругали. Вначале так все было мило, а потом все до драки дошло. Все как всегда у русских людей, да? Да. Главное в ней не участвовать, да. Не быть участником, это так самое интересное. Так столько там и мужчин вместе с ними, но слушал, было этих двух женщин только. Так что видишь, как у меня Малахов отдыхает. Как весело, интересно было. Да, у тебя ночью. Там вообще, надо никуда телевизор включать. Выходи и передачу снимай прямо. А у нас есть несколько вопросиков, и вот первый нам пишет Илона. Я раньше сама не задумывалась, что низкая калорийность может застопорить сбор веса. Сброс, извиняюсь, тут немножко отвечу. Ага. Буквально на днях натолкнулась на мотивирующую передачу в Ютубе «Битва за тело». Где барышни со 150 и выше килограмма сбрасывают вес. Заметила, что во втором сезоне, первое не смотрела, у них рацион в день содержит в сумме 1500 килокалорий. И занимаются не два раза в день. Утром, например, кардионагрузки, вечером силовые или наоборот. Поэтому правильно решили повысить калорийность. Видимо, это правда. 1200 килокалорий для Кристины это мало. Ну вот, теперь я, наверное, это тоже стала уже понимать. Потому что наконец-таки себе не чувствую голодной. Мне не хочется мороженого есть. Не хочется опять черешни или еще чего-то много. В общем, много. Ты просто наедаешься и сытая, да? Да. Помните, я же говорила, что я всю жизнь зависела больше
всего от мяса. И я ем вот мясо с чем-нибудь, с углеводами на 1500 килокалорий. И я чувствую себя очень комфортно. Mm. Вот я почему проснулась сегодня, хоть и мало спала, с таким счастьем. Mm. Ну, как бы, у меня появилась бесконечная веселость. Mm-hmm. Как бы эйфория от жизни. Мне так все радует, каждый цветочек. И для того, чтобы быть счастливым, надо наедаться тоже. Надо быть выспавшимся и сытым, да. Да. И здоровым, когда ничего не болит. И вот на 1500 килокалорий я так себя чувствую очень сыто и комфортно. Ну, прекрасно. Значит, ты все движешься в ту сторону, которую нужно. Да? Ну, мне это радует. И меня. Кушать с Кристиной будем рагу из тушеных овощей. Кабачок, баклажан, помидор, лук, немножко картошки и зелень. Галина нас еще спрашивает. Света и Кристина, а можете ответить на такой вопрос? Вы всегда такие дружные были? Поддерживаете друг друга. Очень вы классные. Спасибо большое. Спасибо за такие комплименты. Да. Ну, дружили мы всегда. Но конечно, в детстве, у нас 2 года да. разница всего. В детстве, как мы обычные дети. Ну, я не знаю, да. Я не видела, чтобы от сестры не дрались, не ругались. Мы такие же обычные сестры. Да. И волосы выдирали, синяки ставили друг другу. Да. Ну, мы и потом еще долго еще дрались. Угу. Я не знаю. И между собой, а потом уже начали подрастать, уже начали заступаться друг за друга. Не, мы в детстве заступались. Ну и в детстве заступались, но дома мы могли и между собой подраться. Мы дома до 20 лет дрались. Мы уехали в Ростов учиться, уже вроде бы взрослые, самостоятельные, все сами себе готовили, все делали. Мне было 17 и было 15 лет еще только. Ну, дрались мы до 20 лет. Причем после 15 лет мы прямо дрались. Она козерог, я овен. Вы представляете, 2 барана. Конечно. Не, ну, мы, конечно, сейчас спорим. Ну, по таким уже, по рабочим моментам. У нас же не может быть все равно у 2 людей одного мнения. Но мы потом к одному решению приходим. Да, мы все равно любим друг друга. Ну, конечно. Мы, например, иногда делаем какой-то день выходной, когда мы еще зарядку вперед снимем или еще что-то. Один день мы, например, не встречаемся. Камни красивые. Там такие красивые камушки. Да. И мы не встречаемся с ней один, может быть, день. Так мы друг другу 100 раз напишем. Да, обсудим опять, что мы кто там... Кто что делал. Кто что делал, как у кого дела. Мы даже было дело, Света, когда уезжала в Турцию. Ну, мы еще каждый выпивал пивко. Я, например, по скайпу сижу, выпью пиво у себя дома. Они с подружками с Алиной пьют там в Турции пиво. И мы, как говорится, гуляли по скайпу. Да, по городу. Да. Даже там как бы не расставались сильно надолго. Созванивались каждый день. Там, кстати, Wi-Fi везде бесплатный по всей Анкаре, представляешь? Да? Ну, может, сейчас что-то изменилось? Это да. Было 100 лет назад. Я тогда говорю, у нас там столько-то стоит интернет. Я говорю, как может стоить вообще интернет денег? Ну, у нас там все бесплатно. У нас бесплатно никогда не будет. Да. Надо с этим как-то смириться.
Наташа задает такой вопрос. Девочки, привет. Кристина, яркая помада тебе очень идет, никого не слушай. Да, да, так же, как и шляпа. Еще нужно тебе купить бермуды к ней и рубашку. Будет очень стильный образ. Как интересно. А что, да, прикольненько. Ну, мне рубашки всегда нравились. Мне вообще нравился всегда такой спортивный стиль. Вообще, мне еще нравится, знаете, как военная форма мужская на девочках. Не знаю почему. Я хочу себе такую фигуру красивую сделать, одевать какие-то майки. Ты же майки. Вообще хочешь этот байк себе? Да! Косуху, кожаную юбку или шортики. Так что это все неудивительно, да? И эти, что-то как там, ботинки-то эти называются? Забыла. А берцы? Да. Так что это все ко мне подойдет, наверное, тоже. Если это стиль такой унисекс, мужской. А мне он нравится... Ой, не беги, Кристина, я укатываюсь. Ну, мне больше... Да, мне нравится, конечно, мне для этого надо сделать красивую фигуру. Мне это очень все шло. Мне когда было 15 лет, у меня были высокие сапоги, такие на шнуровке, как берцы. Я теперь-то знаю, что это берцы. Угу. Только они мне были прямо по колено. Я была самая модная в школе из-за них. Вот. И я опять просто... Ну, для этого надо красивую фигуру, чтобы такой эффект был. Надо опять 65-70 килограммов максимум, чтобы так выделяться и такую красивую одежду одевать на себя. Будем к этому стремиться. Да. А так можно пока что-то неприметное одевать. Да почему неприметное? Просто что тебе идет. Правда, я такой неприметный, у меня то красные майки какие-то. У меня неприметное не получается. Все равно что-то приметное покупаю всегда себе. Не надо нам неприметного, никому не надо. Девочки, не прячьтесь за кем. Не надо неприметного. Да, нет, просто вы бывает... лучше под себя индивидуально, что вам нравится, одевайте. И мы тоже. Не, просто да, есть девчата, как поправиться, начинают реально с серого цвета. Я 10 цвета. Лет как мышь да. ходила неприметно. Я вот тогда заметила, сидит. Что Света перестала краситься, одевать, и стала одевать серые тона одежды. Я просто хотела, чтобы меня никто не увидел. Вот. И я потом смотрела Веронику Степанову, и она сказала, что это такой человек, такую защиту себе придумает, чтобы на него не обращал внимания, чтобы как бы с массой серой сравниться. Слиться. Вот идет по улице человек и слился со всеми, и все, его никто не заметил уже. Но мы, девочки, себя перебарываем. Даже если мы не внешне меняемся, то одеваем яркую красивую одежду. Ярко красим макияж. Да. Очень сливаться не будем. Больше не будем сливаться. И вам не советуем, девочки. Нет, надо наоборот уже как-то... Уже полмолодости прошло, пора уже как-то начинать жить. Пора отрываться уже. По полной программе. Да. И одежду выбирать под свою индивидуальность. Что вам нравится? Нравятся цветочки, одеваем платьица в цветочки. Нравятся мужские... Брюки-берцы. Да, и брюки-берцы. А если вот сейчас вообще летом такого модные яркие такие цвета, ярко-зеленые, всякие фуксии. Вот одевайтесь пока, девочки, в такие цвета. Мне кажется, сразу настроение. Ну улучшится. Да, да. И походка, и настроение, и глаза загорят. На ужин я буду есть бедро. Куриное вместе с бульоном, а также помидор и болгарский перец. На десерт я съем 20 грамм семечек жареных.